Еще одно видео из Киевского театра кукол. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут замечательный такой снеговик. Сверху, видим, он на фронтоне театра Буратино стоит с ключиком. Замечательный детский театр. Построенный относительно недавно, уже в начале 2000-х или в конце 90-х, что-то типа этого. Ну, а здесь у нас персонажи сказок, которые показывают детям в этом театре. Наша черепаха Тортилла. Не знаю, что она наша, но это наша, точно. Она никуда не уходит. Видите, шарфиком, чтобы не продуло, не дай бог. Ну, как же без царевны лягушки? Сейчас поближе подойду, вы ее увидите. Есть и царевна, и лягушка, все есть. И царевна-лебедь. Тоже с шарфиком. Дабы чего не вышло. Чтоб корону, наверное, не сдуло. О. Вот такой у нас прекрасный театр кукол. Домик похож на игрушечный домик, который продается набору у детей. Ну, красивый на самом деле. И снаружи, и снутри. Сейчас просто закрыт из-за карантина, но надеемся, что вот то его уже откроют. Потому что карантин вроде бы как немного послабили. Так что может быть, что театр откроют незабаром.